Привет, представься, пожалуйста, как тебя зовут и из какого ты города? Меня зовут Иван, я из города Сочи. А, Иван, как в твою жизнь пришла идея доверить себя в руки Светланы Лавровой? Я не скажу, что я доверил свою жизнь в руки Светланы Лавровой. Это скорее совместное путешествие такое. Когда доверяем в руки, это значит, мы передаем ответственность на другого человека. Вопрос в том, какие качества Светланы тебя привлекли, и ты решил следовать рядом, вместе за... Ну, вот сейчас, наверное, я пришла в мысль, что все-таки в какой-то степени доверил, потому что первое глобальное такое осознание рядом со Светой, это было то, что ты чувствуешь, что с тобой находится взрослый человек. Вот. И, ну, я для себя всегда считал взрослым, там, продвинутым, осознанным. Вот. А тут начинаешь себя чувствовать, ну, как бы ребенком, ну, не совсем ребенком, но ну, да, ребенком, на самом деле. А расшифруй вот эту взрослость, она какими понятиями для А тебя? взрослость – это, ну, как бы там составляющих, наверное, получается несколько. Это когда человек живет в правде, то есть он не старается как-то чрезмерно там сгладить углы, чтобы вот как-то так съюлить, что-то такое, а либо не говорит, потому что некоторые люди не готовы что-то услышать. Но если говорит, то говорит уже то, что он чувствует. Вот. И понимаешь, то у меня-то вот этого нету. И тогда хочется уже как бы, если ты в этом заинтересован, то тогда хочется побыть с этим человеком, чтобы, ну, почувствовать, как он там оказался и как он достиг вот этого, чтобы. Вот, и тогда принимаешь решение, что ты будешь находиться рядом с этим человеком по возможности. Ну вот, и так вот я и нахожусь рядом с этим человеком по возможности. В итоге ты оказался на ретрите. Вот сейчас мы в Сочи на ретрите. Как для тебя этот ретрит прошел? Были ли какие-то ожидания? Насколько они оправдались? Или, может быть, что-то оказалось наоборот сюрпризом? Расскажи, пожалуйста. Да, я бы сказал, что ретрит у меня со Светой начался первой встречи, тогда я здесь же, в этом месте, ее увидел. И, собственно говоря, он и начался. Потому что ведь этот человек, вот как, если мы Свету рассматриваем, такие люди, они же не живут так, как я это вижу, опять же, не живут так, что вот сейчас я на ретрите, я себя позиционирую как мастер, а вот тут я сейчас в тапочках дома. То есть все время, когда с ней находишься рядом, она все время, она не меняется, она такая, какая она есть. Она, как она, собственно говоря, и говорит, она не готовится к ретритам. То есть это то, что у нее продолжается как бы ежедневно 24 на 7, и мне посчастливилось, я с ней находился достаточно долгое время. Ну, как по времени, это несколько месяцев. Я имею в виду, что день, два, три, как бы в непрерывности. И ты понимаешь, что она не меняется. Она-то такая, хоть встала утром там с лохматыми волосами, хоть идет навстречу там. Вот, то есть ретрит, он продолжается. Хорошо, она не меняется. А для тебя, вот как для тебя А, прошел ретрит? для Вот меня сейчас ретрит именно прошел. этот процесс в Сочи предшествовали эти дни, месяцы, когда уже, понятно, влияние было запущено. Но вот мы оказались в Сочи в этом самом процессе, в этих 5 днях.
Как тебе здесь, в этом концентрате? Или этого концентрата, может быть, для тебя нет? Вот интересно. Я просто пока еще не могу сказать. Вообще, на самом деле, очень сложно говорить о процессах, которые не в уме происходят, а где-то вот в чувствовании. Mm-hmm. Их сложно, и я очень не люблю это делать, потому что сколько раз я не пытался это рассказать, я понимал, приходил к разочарованию, потому что я не могу передать человеку словами то, что я чувствую. То есть, если он это не чувствует, то уже как бы словами не догонишь. Хотя, в принципе, слова говорить надо. Потому что, когда он до этого дойдет, он вспомнит, а, вот, я уже это слышал. Ну, как такой вот вариант. А какой был вопрос? Пожалуйста, как для тебя прошел ретрит в Сочи? Были ли у тебя какие-то, возможно, ожидания? Я знаю, что у тебя есть вообще богатый опыт всяких ретритов и похожих мероприятий, духовных путешествий. Как для тебя прошло вот это духовное путешествие, твое личное духовное путешествие? Ну, я бы сказал, что еще не распаковалось, и я пока словами не могу это описать, но что-то явно происходит. Тут получается, что еще наложилось на это, как это называется, сухие дни, да? Ты практикуешь сухие дни во время ретрита, да? Ну, я их практикую и так, но вот как бы такой продолжительности это первый раз, вот 4 дня получилось. И мне даже показалось, что они как-то перекрывают то, что я получаю от ретрита. Ну, потому что это то, что как бы в чем я еще не был, и оно таким вот. То есть практика сухого голода очень сильное впечатление на тебя оказывает, ты пока не можешь разделить это с самим ретритом. Да, да, но я четко понимаю, что, скорее всего, если бы не ретрит, я бы, наверное, ну, вышел бы раньше, потому что это ты как бы ставишь вот какую-то задачу, что вот во время ретрита я буду себя вот так вести. Угу. И это так помогло именно продлить их вот на такое количество времени. Вот. Угу. Я сегодня всем предлагаю такую небольшую игру. Слева от тебя лежит альбом и маркер. Напиши, пожалуйста, одно слово, крупно, чтобы мы могли потом на камеру показать, которое у тебя ассоциируется вот с этим конкретным ретритом. Как бы ты одним словом, вот в одно слово запакуй его, пожалуйста, для нас. Давай я тогда сейчас немножко продумаю, но как-то... Нет. Это все уже, да? Конечно, это прямо сейчас надо сделать. Просто это спонтанность, вот что у тебя рождается, одно слово. Я думаю, что это не суть важна, ошибка. Показывай, да? Конечно. Глубина. Отлично. Благодарю тебя. Здорово. Все, да? Да. Это очень простая была такая задача. В смысле, все со словом мы не завершили. Ты участвовал в практиках Ирины Дмитриевой вчера, да? Вы играли в трансформационную игру «Мой мир». Как для тебя прошло вот это действо? Ну, грешным делом сказать, я пошел, думаю, ну ладно, все идут, и я пойду. Я как бы так, вообще такие вот вещи, вот эти игры все, они для меня как хорошее времяпрепровождение там вот. Эти фишечки там, ну, таких же игр очень много там, как они начинали, это все вот там, вот. И с таким же настроением я и сюда шел, на эту вот игру. И потом вдруг смотрю, что вот там же вот двигаешь, и вот выпадает какое-то слово, которое, я думаю, о, что-то прикольно, как-то. В
Второе тоже опять в точку. В смысле, ты стал двигаться по полю, и у тебя в точку, да? Я стал двигаться по полю, и они прям попадают прямо вот в те, что и говорил Света, те вопросы, которые я задавал. Вот, и это очень интересно, и Ира, она так интересно это интерпретирует, или как это сказать, я не знаю, объясняет. Именно для того человека, на которого это выпало. Причем, если даже, например, у двоих выпадает одинаковое слово, ты понимаешь, что она говорит, ну, как бы, не просто заученную какую-то фразу, а именно для этого человека, именно вот... То есть она персонально для этого, да, человека раскрывала, да? Персонально именно для этого. И, казалось бы, даже, может быть, какие-то получаются разные интерпретации, скажешь, но это же не одно и то же, а слово-то одно. Это вот как раз опять о том же, что слова, они сами по себе, они как бы... Неправдивы. Вот, очень неправдивы. И очень такие маленькие по сравнению с тем, что они пытаются передать, эти слова. И вот как раз здесь нужно чувствование, чтобы раскрыть еще другими словами, или даже какой-то эмоцией, раскрыть то, что за этим стоит словом. Но мы говорим сейчас, получается, о компетенции мастера, да, который, конечно, проводник. Абсолютно точно, да. То есть кто-то же должен это раскрывать? Совершенно точно, да, да. То есть само слово, даже мы когда читаем книгу, мы же в него вкладываем то, что мы чувствуем. Вот. И то же самое здесь, слово написано на бумаге, но вот в данном случае Ира, она раскрывает то, что она чувствует в данный момент. А может, завтра она и мне же скажет совершенно другое, потому что я другой буду. Потому что ты другой будешь. Да, да, да. То есть вот это в моменте, оно передается. И я получил очень такое прямо плодотворно провели время. Слушай, ну от тебя такой отзыв слышать про игру, это действительно высокая оценка. Вот да, эти... я потому что, честно сказать, вообще это так... Ну, то есть я это люблю, но это... Я уже так думаю, ну, на ретрите-то зачем? Просто для того, чтобы убить время, ну, вроде как, ну, мы и так можем сходить в баню там туда-сюда. А оказалось, совершенно нет, и как бы тут напрашивается такой момент, что, в принципе... Через что угодно можно пойти, как угодно, глубоко, там, через вот там карту какую-то, там, через надпись, там, через... И кто-то может не заметить, пройти мимо, как бы, он даже не обратит внимания, а тот, кто надо, он почувствует и пойдет именно в глубину. Кстати, я сегодня подготовила еще одно небольшое развлечение, но оно, конечно же, со смыслом и глубиной. Это карты Ирины. Я предлагаю взять тебе одну какую-то, вытянуть карту в качестве напутствия на вот твое время после ретрита. Да, да, да. Очень интересно посмотреть, что предложит карты. Ну, вот оно первое. Ну, давай, да. Действие. Действие? Действие. Действие – это жизнь. Я снова живу. Только в действии мы переходим от возможности к действительному. И только... Действия приводят нас к результату. Ну, вот. Прекрасное. Действие, да. Прекрасное напутствие. Но у тебя отражается, соответствует, заходит это то, что ты сам себе как бы определил? Ну, это, я бы сказал так, жизнь же она многогранная, как бы. И она состоит не только из действий, но и где-то из пауз, и где-то из осознания своих действий, где-то из наблюдение действий кого-то еще там. Ну вот это да, это, собственно говоря, наверное, да, это мне тоже классно. Потому что очень много думаю. И это часто бывает вообще действия. То есть когда другие уже все сделали, я еще только начал. Иногда просто надо что-то сделать. Это как... Сделать шаг. Да, даже когда ты не знаешь, ты сидишь там это в яме и не знаешь, в какую сторону. А ты знаешь, что тебе там надо к морю идти. А с какой стороны, ну, ты не знаешь. Вылезай в любую сторону.
Ну, увидишь хотя бы направление. Да, и там уже увидишь как. Вот, то есть какое-то действие, неважно. Иван, как ты думаешь, ретрит Светланы Лавровой для кого? Вот кому стоит сюда приезжать, а кому, может быть, не стоит? Ну, для того, честно сказать, не знаю, может, я совершенно ошибаюсь, но здесь должен быть в человеке какой-то элемент мазохизма. Ну, я сейчас это объясню. Вот, то есть человек готов пойти немножко в некомфортность. Потому что в комфортности сложно, скажем так. Часто нет честности. Да нет, это, мне кажется, не очень так прям уж можно соединять. В некомфортности мы можем, как бы, ну что ли, на следующую ступень, или не знаю, или по крайней мере выйти из того, в чем мы находимся. Вот, может быть, вот это для начала, не то, что уже мы где-то там окажемся, потому что ну, будущее, кто знает как, а хотя бы выйти из того, что где я нахожусь в данный момент. Но только если у меня есть запрос какой-то. То есть я вот нахожусь в чем-то, да, в какой-то ситуации в своей жизни, и я понимаю, что она меня совершенно не устраивает. И это не просто какое-то такое вот, ну не знаю, что-то может быть изменить или не надо, вот. А именно это должно прям уже, блин, вот, не могу. Хочу перемен. Вот чувствую, хочу и знаю, что уже нам вот все когда составляющие вот эти, то тогда надо идти таким. Я не думаю, что Света это единственное для нас. Ну вот к таким, как она, надо идти, и вот опять же ее взрослость в том, что она не заигрывает с человеком, как взрослый с ребенком, да. А именно, если ты пришел, значит, ты отвечаешь за свой приход сюда. Она ведь не трогает никого, так сказать, на улице, не пристает. Ты вот это. Но если ты пришел к ней, тогда уже ты должен быть ответственным за то, что ты пришел. И тут уже будешь по полной программе получать. Если не сбежишь, я вот тоже знаю, что, ну, в смысле, вот когда мы это были, там, на других мероприятиях, ну, там не ретриты были, а фестивали, там, как бы, это лекция одного дня, скажем так. И люди приходят, они же не знают, что это такое. А она же бьет самое место. И люди встают, и там хлопают дверь, уходят, вот. То есть человек пришел за каким-то разговором, за каким-то обсуждением, поговорить, что ему нравится, что ему, ну, как бы вот, вот за вот этим вот. А тут не получается так. С чем бы ты ни пришел, как ты думаешь, она тебя все равно выводит на правду. Ну, если уже совсем там такая вот ситуация у человека. Хотя все равно что-то войдет обязательно, даже если человек закрыт полностью, находит как-то проникнуть может. Запихнуть что-то, да. Вот, и если человек не сбегает, то результат будет на 100%. Хотя я думаю, что даже если избегает там. Ну, если сбежал, это нехорошо, мне кажется. Потому что это как если, ну, например, там операционный стол и что-то не понравилось человеку, а его еще не зашили, а он уже убежал. То есть там могут быть какие-то моменты такие. Лучше, чтобы остаться. Лучше, чтобы зашили. Лучше, чтобы, по крайней мере, зашили, а сам потом решай уже. Как вот, быть? Вернуться в старое или как-то не бросая старое, потихонечку переходить в новое. Я думаю, что это оптимальный вариант. Иван, я благодарю тебя за то, что ты был
при всех этих мероприятиях и на ретрите, и за твой опыт, и за твой отзыв. И я надеюсь, мы будем еще вместе в поле Светланы проживать процессы прекрасные, трансформационные. Ну, сейчас вот на поляну едем. Еще несколько дней. Еще несколько дней. Да. Там будут новые отзывы. Нам на самом деле очень везет то, что мы живем здесь рядом. Я вот смотрю, там это ребята из Владивостока прилетели. Из Владивостока прилетели там 9 часов на самолете, а у нас тут час на машине, и мы все, можно в любой момент. Да. Поле. Мы создали прекрасную жизнь для себя. Прекрасную жизнь. Благодарю тебя.